Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Футбольные крылья Советов 12-й в премьер-лиге перед зимними каникулами. Хоккейный ЦСКА ВВС остался без главного штурмана. Баскетболистки Политеха вышли на первое место в Суперлиге. Самарский Политех в домашней серии игр дважды победил соперниц УГМК «Юниор» в чемпионате Суперлиги со счетом 75-62 и 58-49. После этого успеха баскетболистки вышли на первое место в 14 матчах, 12 побед. Главный тренер ЦСКА ВВС Владимир Шиханов ушел в отставку по собственному желанию. К матчу с юниором из Нижнего Тагила команду готовили его помощники Павел Десятков и Юрий Мордвинцев. Первую встречу военные летчики выиграли с минимальным преимуществом 3-2, вторую сыграли в сухую 3-0. Заключительные матчи первого этапа первенства высшей хоккейной лиги армейцы проведут с Алтаем из Барнаула. Сейчас ЦСКА ВВС занимает 5-е место, Саранская Мордовия – 1-е. Крылья Советов ушли в отпуск до 10 января. После новогодних каникул команда до начала весенней серии игр чемпионата страны проведет тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах и в Испании. Осенний этап крылья закончили на 12 месте с 19 очками и 5 победами. Последний матч года Советы проиграли столичному «Спартаку» со счетом 1-0. Лидер премьер-лиги – московский ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.